Проект по расширению сети наблюдений с созданием сети автономных автоматических станций – это был совершенно новый проект, не просто, ну, для нашей страны вообще новый проект. Поэтому на начальном этапе мы построили две автоматические станции – это Гродно и Солигорск. Теперь, в этом году, в 2020, мы продолжаем этот проект и вводим в эксплуатацию еще 7 станций. Кроме того, конечно же, система радиолокации. Три радиолокатора недостаточно для территории Республики Беларусь, которые существовали, да, Брест, Гомель и Минск, для того, чтобы, во-первых, покрыть всю территорию сетью радиолокационных наблюдений, во-вторых, на приграничных территориях иметь информацию о движущихся в сторону республики каких-то явлениях. Сейчас 5 радиолокаторов, объединенных в единую систему радиолокационную, они покрывают, во-первых, всю территорию республики, кроме того, позволяют нам иметь информацию на всех приграничных территориях, с какой территории у нас идут какие-то опасные неблагоприятные явления. То есть наши синоптики, авиационные службы, они все это видят в режиме реального времени. Имея в режиме реального времени информацию, значит, с автоматических наших станций, то есть они открывают карту республики и видят, что сейчас в данный момент творится в республике. Имея карту локаторов, совмещенную с локаторами Польши, Прибалтики, России, они владеют информацией уже на подступах к республике. И понятно, что уверенность работника в себе дает, скажем так, лучшие результаты, да, в работе. Есть у нас мобильное приложение «Погода в кармане», и я считаю, что оно, ну, довольно успешное. И мы проводим постоянно анкетирование наших потребителей, но я считаю, что отношение к нашей информации, во всяком случае, стало серьезнее, и наши потребители нам доверяют.